В пятницу вечером 2 декабря в спортивном зале Казанского государственного энергетического университета состоялась игра сборных команд КГУ и КФУ в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Для болельщиков данная встреча стала увлекательным зрелищем. На протяжении всей игры нервное напряжение не спадало. Соперники оказались практически равными по силе. Играли до трех побед. В первой и третьей партии сборная команды КФУ оказалась сильнее своего противника, а во второй и в четвертой – сборная КГУ. Первая партия была самой длинной. В ней команда КФУ нелегко вырвала победу у оппонентов. Игроки обеих команд успешно проводили пайпы и редко ошибались при подаче. Итоговый счет – 27-25. Почувствовав, что противник уступает, во второй партии игры сборная команды КФУ расслабилась и поэтому плохо принимала мячи. Благодаря этому команда КГУ сравняла счет по партиям 1-1. В третьей партии, наоборот, федералы сконцентрировались и вырвали победу со счетом 25-21 в пользу КФУ. В четвертой партии успех был на стороне противников. Исход встречи решился в пятой партии, где со счетом 15-10 победу одержала сборная команды КГУ. Однако по сравнению с играми прошлых лет сборная КФУ улучшила свои результаты. Игроки обеих команд в равной степени проявили себя, так что нельзя выделить лучшего. Однако ошибки были. Теперь в планы сборных входит исправить их и показать лучший результат на следующих играх. Не получилось то, к чему мы готовились. Не получилось исполнять тренерские наставления, то, что он говорил. В общем, я думаю, только из-за этого мы и проиграли. Василиса Дзюба, Роман Полинсков, Универньюз.